Всем привет, с вами Алексей, 30 мая 2022. Сейчас показываю молодое растение редчайшего и очень ценного сорта гетманский. Давайте посмотрим, в какую халабудку я ему построил и как я за ним ухаживал. Вкратце, этот саженец мне предоставил Сергей Триапоника. Саженец был маленький, не толстый. Вот мой мизинец, я думаю, видно. И с относительно небольшой корневой. И, естественно, я его подрезал при посадке и посадил. По каким-то причинам почки у него до весны, скажем так, исчезли. Но я знал, что будут наплывы, надеялся на это. И продолжал очень хороший уход. Зимовал этот саженец под толстым слоем соломы. За счет толстого слоя соломы выжила корневая и выжила самая нижняя почка. И она первая дала отстрел. Я за этим растением очень хорошо поухаживал. И посмотрите, там, где вообще не было почек, с двух сторон еще получились, скажем так, наплывы и пошли почки. Я очень доволен. Растение у меня притененное, находится в полутени, поливается, ухаживается. Естественно, брошена таблетка инициатора обязательно от хруща, от личинки майского жука. То есть, вот над этим растением, скажем так, максимально возможна агротехника, ну, по моим стандартам, скажем так. И, как видим, это работает. Я знаю, что у многих растений, скажем так, пропадают некоторые, особенно маленькие растения. У меня тоже такое бывает. Но при таком вот супер уходе выживают, ну, практически все. Доказано неоднократно. Поэтому, если хотите результаты, делайте вот так. Всем, кому понравилось, пожалуйста, лайканите этот видосик. Подпишитесь, кто еще не подписался. Поделитесь с друзьями или напишите комментарий. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.